В рамках проекта «Школа грамотного потребителя» активисты Одинцовского местного отделения партии «Единая Россия» приняли участие в еженедельном совещании по вопросам ЖКХ. Вместе с представителями управляющих компаний округа партийцы обсудили работу с обращениями граждан на портале «Добродел». Единороссы особо подчеркнули необходимость вовремя принимать заявки от жителей, оперативно и качественно их отрабатывать.